Пока там готовится мой напарник к мероприятию, быстренько с лодочкой погоды с пляжа Лебедка 2. Вот состояние такое, море успокоилось, слава тебе Господи. Вода еще продолжается мутная, с речки идет, с гор. Но тем не менее, море спокойно, поэтому береговая черта чистая. Сейчас пойдем делать фотосессию, вот там он делает, да, дама идет с собачкой на голубом фоне. Погода прекрасная, ветер слабенький, слабенький западный, волнение практически ноль, полный штиль. Волнения сегодня нет. Вот речка у нас выходит мутными потоками. Но благодаря тому, что шторма нету, поэтому потихонечку прибрежное течение, вот видите, да, куда поворачивает мутная вода. Прибрежное течение идет с севера на юг. И вот туда пошла, вот туда вот. Вот такая картина сегодня. Пока еще держится наша конструкция на пляже. Ну, так понимаю, недолго ей жить осталось. На самом краю. Видимость сегодня великолепная. Орловку видно, как на ладони. И даже качу видно вон тут. Пансионат так называемый. Уровень воды спал. Обнажил камни и плиты. Вот так в дельте реки Волга образовались куча островов. А у нас острова то появляются, то исчезают.